Всех привет и прямо на просмотр Борожа, блять, утраченное наследие. Это как раз она так и глава называется. Давайте посмотрим, что дальше у нас продолжается будет. Что там дальше тут будет поис. Интересненькое. Так, мы отсюда пришли, я так понимаю. Да, все верно, мы тут остановились. А, ну да, точняк. Мы тут должны что-то найти. Что это? Древнее письмо на языке Каннада. Похоже на поэтические строфы. Это библиотека? Похоже, да. В основном мы все уже смотрели. Это барабан? Да, барабан. Чего тут только нет. Фрейзер, сюда. А, вот он где скрывался, падла, а. И чё нам досталось? Хлебница и... из Дальберги. Окей, ну погнали. Тут чё, ещё не конец? А? Вижу тебя, вот она. Ну подбери ты ее, ё-моё, а. И что тут у нас попадается? Гребень какой-то, серебряный флакон для духов. Нифига себе серебряный ту... флакон для духов. Тут и... чесаться можно. Хм, ну ладно. Я думаю, все, на середину пора уже. Тут больше, думаю, ничего не будет уже. И что это такое нас ждет здесь? Посмотри. Невероятно. Это какой-то алтарь. Правители страдали за свой народ. А дуть его не Они надо? Они просто защищали бивень. Историки считали, что это символ власти и могущества. Но, видимо, они не так поняли. Это был символ народа, их культуры. Символ их самих. А это что? Опа-на! Этого явно единицы не хватает здесь. Твоей как раз, наверное. Смотри, твой отец до сюда доходил, получается, или нет? Или он просто нашел ее? Фига себе, все быстро сработало, да? Вот когда это было все построено и все работает идеально. Отец был здесь. На пороге открытия. Почему же этот болван не сказал мне? Ты же знаешь. Ради безопасности. Нельзя отдавать бивеня Саву. Нет. Нельзя. Спасибо. Спасибо. Очумить просто разговор. Скажешь спасибо, если живыми уйдем. Резонно. Не забудь Ганишу. Хорошо, что взяла. А, это нам просто открылось и все. Ну окей, погнали. Тут
уже все забито нафиг. Сюда. Забудь ты, что она красота, да? Ну, я так и думал. Великолепно. И такое великолепие спрятано от мира. Как мы туда попадем? Без понятия, скажу тебе честно. Понятно. Прыгай. Тут глубоко. Да, вижу, затопленное. Он начинает дергаться, когда я здесь нахожусь, да? Да. А, вижу. И что у нас тут ждет? Подбери ты его, ё-моё. Наконец-то. Чуть не сдохли за эту фигню какую-то. Чё за петух-то? Да не то мне надо. Ладно, окей, сокрушится. Фиг знает что, да? Короче, ладно. Простите, мы так не узнаем, что такое. Искать ее долго. Да тут ничего интересного нет, я думаю, нам, скорее всего, сюда надо. Еще что-то тут у нас валяется. Вот она. И что у нас такое ждет? А? Часы, песочные часы эпохи Сата Вахана. Ну ладно, окей, погнали. Нам надо сюда по-любому. Куда-то нам и надо. Поняла. Да, хорошо, понятно, на самом деле. И что, мне с разбегу сюда, что ли, прыгать надо? Да? Ёпту, я так и думал. Не может быть просто так вот эта фигня. Спасибо. Пожалуйста. Так, теперь нам сюда надо. Я таки думаю, что мы до этой допрыгнем только. Так, тут еще сфоткать можно что-то. Эй, все нормально? Извини, просто надо привести голову в порядок и... Эй! На один раз! Господи, какого черта? Да нафига ты делаешь, а? Ну, голову освежила? А, не умничай! Опять забираться здесь. Ну ёб твою мать, а. А, замечательно, что она натворила. Блин, простите за кашель, как всегда. Так, нам сюда надо.
Она уже убежала куда-то, а нам приходится еще раз лазить, а? Не понимаю, что мы ранены. Я за тобой слежу. Ну, погнали сюда. Да уж, тут узковато. Привет. Опа. У вас прекрасный город. Ну что ты там ползешь? Можно на веревке. Окей, мы отсюда пришли. И мы здесь. И опять одна вода здесь. Что-то слишком много фоток мы делаем за последнее время. Слишком много. Супер, я еще глюканул как-то чуть, а. Я таки думаю, что он здесь будет. Ну и что нас ждет? Какая-то сутурятка. Подснечник Грифона. Династия Чалукья. Замечательно просто. Я так понимаю, нам подвод надо, да? Опять. Да, я угадал. Если есть зал, по-любому надо подвод. Тут все затопило. Давай, погнали, быстрее, быстрее, быстрее. Так. Осторожненько. О. Что? В уши вода попала. Это мерзко. Сейчас бы полотенце. А это и есть город, да? Бог мой, ты это видишь? На этом этапе у меня уже нет слов. Лопни мои глаза, подойдет. Неужели тут снова загадка какая-то? Тронный зал. Место, чтобы припрятать драгоценный бирюль. Хорошо бы. Я вижу там лестницу наверх. Но она почти не сломана. Надо как-то подняться. Черт, кое-что поняла. Но я догадываюсь, что нам скоро нужен будет диск. Именно. Ну, пока не найдем Асава, делать нечего. Так, окей. Посмотрим, блин, опять не успела. Посмотрим, что мы подобрали. Есть путь наверх? Ищу. Вы, конечно, нашел уже этот путь наверх ваш. Вот он. Тут не забраться. У него и трезубец был? Да, Тришу. Символ того, что Шива творец, хранитель и разрушитель. Но в Халибиду Ганеша держал трезубец. Да, им-то Шива и отрубил человеческую голову Ганеши. А. Ага. Сюда, Надин. Хорошо. Ты что-то не понимаю, я нифига. Где-то там сокровище было, я думаю, не на этой линии как раз. Это куда нас ведет дорога? Блядь, чуть не упал. А, понятно. Ага, что-то получается. Я вижу еще несколько рычагов вокруг. Рука движется, а точнее... Но я только сейчас заметила, что у Шивы королевская кобра как ожерелье. Это Васуки, царь нагов. Эти существа принимали форму королевских кобр. Это символ контроля над страхом и смертью. Хм. Кобра — это вообще моя любимая змея. А у меня ладно. Нет любимых змей. Да иди первая, да? Хм. Что это там, наверху? Не все сразу. Хорошо.
Нам все равно по-любому на руку. Хорошо. Что теперь? Нужно сделать что-то еще. Только бы понять, что именно. И куда я попадаю? А, вот что. Мы попадаем под эту фигню, да? Ага. Прямо по курсу еще рычаг. Тихо, не падать. Погнали. Дергать его когда. Ого! Ты это видела? Я видела! Я знаю! И как мы тебе попадем? Я так понимаю, нам по-любому сюда? Ага. Сюда. Чтобы сдохнуть. Замечательно, погибаем мы первой. Блин, ты что, время идет? Тут еще на время все идет, очуми просто. О, какой поворот, а как мне успеть когда и как мне куда и деваться, а? Надо как-то быстро тут пройти. Время-то уже пошло. Это слишком высоко. Это то же самое, такая же фигня. Что-то я не понимаю, куда девать-то мне, куда бежать-то? Подсказка. Запрыгну на три, этот, на три зубец. Как на него запрыгнуть? А, вот это я слепой, вот это я слепой. Сейчас ждем, когда это время закончится. Заряжаем его, поднимаемся наверх и прыгаем на этот дурацкий трезубец. Ладно, не дурацкий, просто прыгаем на трезубец. Окей, все, поняли, давай, давай, быстро. Ну, будешь действовать? Давай, погнали, погнали, погнали. Понял я. Назад дороги нет. Быстрей, 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 быстрей. О, нет. О, нет, нет, нет. Прекрасный совет. Ну куда ты прыгаешь-то, блядь, а? Я понял, что мы в любом случае не успеваем, да? Куда ты припрыгаешь-то, а? Блядь, все, не успел я. Я помню, где сокровище еще лежит, это фигня. Но мне не до нее. Так, ладно. Надо успеть добежать до той фигни. Ну как это делать, я без понятия, у меня нет скорости. Давай, давай, быстрее, быстрее, ну! Можешь быстрее бежать как-нибудь, а? Ну куда ты прыгаешь, дура? И все. И что мне это дает?
ты! Отсюда мой дом видно. А, понятно. И сюда. Просто замечательно. Все идеально сделано. А тут по-любому это нужна, да? А у нас сегодня... И есть. А вода откуда здесь? Я сейчас спущусь. Так, мы пустили воду. И по этой воде, я думаю, надо спускаться, да? Тут скользко! Да блин, ну куда ты так упала? Спасибо. Куда нам дальше? Так, погнали. Я так понимаю, нам сюда. Окей. И по лестнице вперед. Вверх, точнее. И все? Угу, размечтались. Так, нам теперь еще наверх. И сейчас эта рука должна быть, да? Ага. Ну вот. Хорошо. Этот мой. Опускаем барабан Шивы. И чё? О, этот похож на трезубец. Поскорей. Да быстрее. Не, не успею. Прыгай на барабан. Это не песочные часы. Это барабан в форме часов. Ну, давай. О, черт, началось. Держись. Короче, мы должны вдвоем тут сюда попасть, да? Отошла бы, блин. Ну, ты начинаешь отходить, когда я прыгаю, да? Это было замечательно. Вот еще последнюю водичку надо. С этой стороны. Что с тобой произойдет? Посередке что-то должно открыться. Ну что? Весь наш любимчик появится. Теперь вода льется с обеих сторон. Смотри. О, попробуем. А может тут останемся? Тут прикольно, красиво. Получилось? Сейчас узнаем. Опа-на, тут еще один рычаг. И что он нам открывает он? А, мы даже посередке теперь. Слышишь? Вот набрать, да? Да. Третий глаз Шивы. Нифига себе поворот. Это что? Свет падает вон на ту статую. Похоже, это не все. Если хайсельцы хотели что-то спрятать, они подходили к делу серьезно. Окей, погнали. Вот это Человек-паук, блин, называется. Вот это прыжок. И что теперь? Я так понял, ее надо повернуть. То куда ее поворачивать? А, ну вот. А, ну понятно, ее поворачивать сюда, головой. Вот так штука, вот. Что она держит? Это призма. Так. Наверх у нас. А, там статуя-то уничтожена. Сейчас, подожди секунду. На ту статую надо сходить. Ее тоже надо повернуть. Только куда ее поворачивать? Я без понятия просто.
А там уничтожено. Или туда я поворачиваю, давай сюда. Ну, давай, 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 давай. Иди, где-то вот так вот должно быть. Давай сначала одну соберем хотя бы. Так, это вроде просто верно. Замечательно. Ага. Так, теперь другие две. Ты была права. Ну, конечно. А в чем? Ну, в том месте со статуями и топорами. Ты сказала, Бог Троицу любит. Три конца у трезубца. Свет делится на три луча. Офигеть просто. Так, теперь нам надо как-то попасть туда, да, я так понимаю. В нее. Свет бьет в статую, но ничего не происходит. Даже нам на тот конец надо еще. Вот что проблема. А тут статуя уничтожена у нас. Вот черт, это сломано. Покажи. Ну встань, значит, на нее. Погоди. Сможешь? Ага. Из-за статуи у нас будешь стоять здесь, да? Вот, ты великолепная статуя. Давай уже, эта штука тяжелая. Блять. Так, это у нас готово. Правда? Правда. О, сфоткал ее. Замечательно. Так, теперь нам куда? Я так и думаю, что возьмешь и перелетишь, а? Поняла. Есть. Черт. Сперва надо, с другой стороны. Я могу опустить зеркало? Если хочешь. Что-то я не понял, а там почему... Блядь. Охуенно просто. А той стороне я ничего не сделал я. До конца. Надо все-таки до нее было добежать. Ну окей, сейчас добежим. И как раз время уже у нас заканчивается уже. Ну ладно, сейчас посмотрим, что будет из этого. Так вот. Надин, будь зайкой. Ты уж поняла. А, окей. Мне прям нравится, да? Что, все, луч пошел? Ага, спасибо. Все замечательно. Блять, ну как ты могла-то на кончике, блин, споткнуться, упасть? Ну ладно, неважно, давайте туда перейдем. Сейчас это она поддержит нам стекло, мы то же самое это поддержим. И по идее что-то должно у нас появиться еще. Сможешь вот еще раз побыть статуей? Да без проблем, да?
А как она стоит, эта статуя? Не, погоди. Что происходит? Мне отсюда не видно. Погоди еще секундочку. Столько воды. Ритуал очищения. Что происходит? О, можешь отпустить зеркало. Нас нашли! Готовься! Блядь, это чмошек появился. Ёб твою мать! Держись! Жить буду! Бежим! Бля, ты бежать куда-то, ё-моё, а? Нам нужен диск. Ладно, на этой ноте пострельбе мы остаемся здесь. Да хуёшь ты, бля. Говорю, я останавливаюсь на этой минуте. Увидимся в следующей серии других прохождений. Всем удачи вам и пока.